Привет! Привет! Кто здесь? Сейчас люди будут опять на меня смотреть странно. Интернет отличный, я со своим модемчиком, поэтому он отличный. Очень тепло, я вообще вот раздетая. Привет! Привет! Кто здесь? Сейчас люди будут опять на меня смотреть странно. Интернет отличный, я со своим модемчиком, поэтому он отличный. Очень тепло, я вообще вот раздетая. Люди ходят в таких теплых куртках, я вообще не представляю, как они не жарятся в них, потому что на улице очень тепло. Офигенная погода, я обожаю вообще Барсу. Времени сейчас скажу, час назад с Киевом, то есть если пол шестого сейчас здесь. Замечательная погода, я обожаю просто Барселону, это мой любимый город вообще, самый замечательный. Сейчас покажу вам немножко с архитектуры. Вот это одно из зданий Гауди, который архитектор здесь самый, который известный, он такой неординарный очень. Вот на самом деле тут не так уж много его домов, вот они все разные, родина Натура Бесе, это точно. Вот. У меня тоже любимый город. Да, это супер классный, вообще замечательный город. Я его очень сильно люблю. Притом я не могу объяснить даже, чем он мне нравится, этот город. То есть я не скажу, что здесь сильно красивая архитектура. Я не могу сказать, что здесь какие-то нереальные, не знаю, ну, вот ничем он так вот прям не отличается, да, от европейских городов, но атмосфера здесь просто замечательная. Тут просто приезжаешь, и от того, что ты идешь по улице, получаешь огромное наслаждение. Плюс, конечно же, большой плюс в том, что здесь тепло, и ты приезжаешь сюда в любое время года, и отлично, комфортно себя чувствуешь. Можно хоть что-то интересное одеть, а не заматываться в 10 свитеров. Вот. Можно хоть как-то гардероб подобрать так, чтобы на человека быть похожим. Вот, я, блин, проторчала в магазине, правда, 2 часа. Мне надо было кое-что поменять здесь. Вот, практически поэтому я и прилетела, в принципе, сюда. Классно, что в магазинах есть доставка, как в Париже. Доставляют к тебе в гостиницу, вот, не нужно таскаться с пакетами этими нереальных габаритов. Вот. Единственное, что вот из-за того, что я там проторчала 2 часа, уже время такое, что начинает уже темнеть. В Германии такое есть? Нет, в Германии такого нету. Ну, я, в принципе, не знаю, честно говоря, я этими услугами никогда не пользовалась в Германии, потому что в Германии у нас квартира была, поэтому я в гостинице там и не останавливалась. Домой точно нам никогда не доставляли. А я знаю, где вы будете завтра. Привет, Тим Дим! Енот, привет! Как вы там? Не хотите с нами пересечься завтра? Вот. Я ненадолго, я уже завтра улетаю. Вот. Я сегодня буду в гордом одиночестве ужинать. Вот Барса, не знаю, видно, не видно, еще более не менее светло, хоть немножко успеете застать хоть что-то. Вот, я бегу в Барселоне, блин, одна, я бегу, короче, в H&M за носками.
вот. Приезжайте к вам, а вы что-то, вы еще остаетесь там, Дим? Вот, бегу в H&M за носками, потому что у меня магическим образом пропадают носки всегда. Поэтому... Зачем ты банишь, велишь? Я не поняла, почему это. Много людей очень. Здесь всегда очень много туристов. И на самом деле и испанцы очень любят гулять. Вот. Часто видишь бабушек с дедушками за ручку, которые ходят здесь так миленько. Вот. Снова я. Кстати, в Испании самый большой такс-фри в Шанель. Это так вам на заметочку. Вот. Что еще вам интересненького? Сейчас вот я дохожу до известного дома тоже. Гауди, архитектор его. Сейчас перейду дорогу, чтобы вам было видно немножко. Сколько процентов, это ж о чем? А такс-фри, я вот не помню, по-моему, 16, если я не ошибаюсь. В Италии там 14, вот, а в... здесь он самый большой. Там еще в зависимости от суммы. Если чем больше сумма, тем больше такс-фри. Вот. Наверное, даже я не буду переходить дорогу. Скорее будет больше видно с этой стороны. Короче, это здание я сейчас покажу. В бутиках нет, не разрешают вести съемку. Поэтому представьте, как я фоткаю все вещи в бутике для странички Байера. Как я их фоткаю на нычку, потому что реально фоткать нельзя. Вот. Вот этот известный дом. Все на его фоне фотографируются. Это обязательно, если вы в Барсе. Нужно встать и сфоткаться через дорогу напротив этого дома. Видно, не видно? Я боюсь выйти, потому что это вообще полоса для таксиста. Вот так вот он выглядит. Опять же, это архитектор Гауди, но все его знают, Барселона этим и известна, в принципе. Прикольно выглядит очень. Жалко, что уже темнеет, и видимость не очень, я так понимаю. Вот это самая главная улица в Барселоне. На ней бутики, особо ресторанов вы здесь не найдете. Такие только забегаловки, в которых кушать точно не стоит. А он так и называется. Дом Каса Гауди. Каса Батили, Батло, или как-то, короче, я не знаю, как правильно называется. В общем, там внутри не знаю что. Наверное, музей. Я внутри там не была, честно скажу. Я здесь была в офигенном парке. Но сегодня я вряд ли туда пойду сама. Вот. В прошлом году я была примерно в такое же время года, в это же. Вот, и такая же была примерно погода, но здесь обычно очень сильный ветер, поэтому они все кутаются в шарфы, у меня шарфа нет, мне сегодня с погодой повезло, ветра нет. Вот, и я очень сильно заболела вот в прошлом году, когда в такое время мы были, я после этого еще пару раз была, но вот именно зимой, когда я была, мы в этот парк поехали с Сашей, я была раздета в кожаной юбке, с голыми ногами, вот, и очень сильно заболела после того, как пила их сангрию. Но сангрия здесь просто нереальная. Бабульки прогуливающие. Очень красивая здесь архитектура, мне очень нравится. Прям можно вот все снимать подряд, показывать. Привет, привет, кто подключился к нам. Вот. Очень красивенько. Вечером я выйду
в перископчик. Выйду в перископчик, я параллельно просто начинаю читать то, что пишут в комментариях. Вот. Когда буду ужинать, я не пойду в какой-то там ресторан мега крутой, потому что я не любитель сама ходить в заведение, честно говоря. Я никогда так не делаю. Вот. Hola. I don't speak Spanish. Хотя я испанский учила, кстати, в Америке, когда в школе была, но это было так давно, что я помню только, как будет виноград, рыба и курица. Вот. Да, не буду удалять трансляцию, это будет прикольненькая трансляция, можно будет ее пересмотреть. Вот, так как я вечером сама в ресторане сидеть не хочу, я пойду в очень классное место, это самое лучшее забегаловка, там, где подают их местные, типа, закуски. Все едят у них эти тапос, называется. Но реально это закуски. Я не могу назвать это едой полноценной. Это просто закуски из, там, морепродуктов, всяких там жареных морепродуктов, колбасок, в общем, и всякое всячное. Сейчас, 2 секундочки, я поставлю на зарядку телефон, потому что он у меня садится. О, не помню, как называется, это недалеко от моей гостиницы. Вот, нам его посоветовали, мы его в TripAdvisor, по-моему, сначала нашли, потом нам его посоветовали гостишки. Вот, и действительно, там неплохо, правда. Нужно знать, что блин, меня тут собьют, мне кажется. Ку-ку-ку-ку. Вот сейчас я подхожу, если не ошибаюсь, к Заре. А я не ошибаюсь. Ой, честно, мне даже места не надо, потому что мы здесь были в мишленовском ресторане хорошем с Сашей. И в каком-то не мишлен, но очень такой прикольный, типа гастро... гастробар, ресторан, но сама просто я туда не пойду. Я передвигаюсь в Барселоне пешком, ну, только в аэропорт, на такси, из аэропорта на такси, а так я передвигаюсь в Барселоне пешком. Индочину. Я просто, ну, здесь одна, поэтому как бы я не очень хочу где-то сидеть в нормальном заведении, одна, одинёшенька, коротать свой вечер, еще потому что я какая-то проститутка. Вот. По делам. Я уже справилась со своими делами. Вот такой замечательный фонтанчик. Вон Зара. Все заметили, что Зара реально выбирает самые лучшие места в центре города. Вот. Там, где Зара, там и центр города. Заметили? Реально. Не Шанель. Ну, Шанель, правда, тоже в хороших местах. Ну, ладно. Но там у Зары покруче место, чем у Шанель всегда. Это правда. Зара рулит. Не особо видно, какой закат красивый. Вот, очень жалко, что уже темнеет. Я не дойду так быстро, наверное, до собора. Хотела вам показать собор. Вот, но я, наверное, уже не успею туда до темноты. Видно очень красиво, но я рада, вот смотрите, как замечательно. Надеюсь, что интернет мой не подводит. Вот, все даже фоткают. Даже я сфоткаю. Выйду чуть позже, в общем.